по улице, а мимо тебя Феррари проехала, например. Всего лишь на первой или на второй скорости, а впереди еще много и много возможностей. Ну что ж, давайте смотреть дальше, потому что, конечно, понятно, что одно из самых великих выступлений на этом чемпионате мира мы только что посмотрели. Но, во-первых, мужское одиночное еще не заканчивается, да и впереди у нас танцы на льду. Так что нужно сохранить немножко эмоций. Итак, «Аватар» пытается интерпретировать на льду Юма Кагияма, юный японский фигурист, который дебютировал так, что здесь дрожали стены. 101 балл за короткую, это примерно сравнимо с тем, что демонстрировал сейчас Чен в произвольном. Стоит жить ради таких моментов. Я это говорил 2 года назад, когда мы комментировали чемпионат мира, проходящий в Японии. И сейчас это, ну, какой-то
В хорошем смысле сумасшедший дом сейчас, да, это Globe Arena. И вы знаете, вот глядя на выступление Юмы, ты понимаешь, что не за горами и четверной аксель. Ты понимаешь, что не за горами, но чуть-чуть дальше. Чуть нужно пройти и пятерные прыжки. Но если человек перекручивает тройной аксель, он перекручивает тройные и перекручивает причем четверные элементы. В конце элементы, программы. В конце это, ну, вот это новое поколение. Вот сейчас уже вышел на лед Юдзуру Ханю. Конечно, ему нужно будет очень постараться. Большой респект ему за то, что он сделал. Он, конечно, легенда. Ну, других слов сложно подобрать, другие эпитеты. Но Юма Кагияма – это будущее фигурного катания. Вместе с Натан Чен – это уже реальность. Юма Кагияма, не дай бог, чтобы что-то произошло с этим спортсменом. Но у него есть возможность просто идти и, возможно, штурмовать пятерные прыжки, ну и четверной аксель в том числе. Мы видели, кстати, несколько попыток, ну как несколько. Этот штурм четверного акселя в исполнении Юдзуру Хани, он был достаточно близок. Но я знаю, что это будет. Это будет и женское одиночное катание, что бы ни говорили, что будущее за женственностью и так далее. Все равно мы уже видели и Сашу Трусову, которая прыгала здесь во время 6-минутной разминки и исполнила 5 четверных элементов. Да, многие не получились в произвольной программе, но мы-то понимаем все, что они есть. Одно дело, когда ты просто, как, например, на удачу, на адреналине вдруг прыгнешь. Но эти прыжки уже есть. Анна Щербакова, четверной флип, четверной луцк. Камила Валиева, четверной тулуп, четверной сальхов. Майя Хромых, четверной сальхов, четверной тулуп. И та же самая Рика Кихира, тройной аксель и четверной сальхов. Японка Алисилью с четверными и тройным акселем. Американка. Американка, да, прости. И ты понимаешь, что все, это уже не избежать. И сейчас я понимаю, что пытаются поднять возрастную планку. Нельзя этого ни в коем случае делать. Это, ну, не то, что против закона, это, конечно, громко сказано. Нельзя. Ты не можешь искусственно тормозить прогресс. И сейчас вот Юма Кагияма, ну, это, ну, это очередной какой-то космос. Парень для себя выходит, это... да, и за 100 набирает за технику, играючи. Я действительно вот подчеркиваю, последним элементом прыжкового у него стоит тройной аксель. В очень который глубоко, он перекрутил. Который он перекрутил, понимаете? И уже не важно, что он первый, не первый раз выступает на чемпионате мира. Он просто настолько хорошо готов, что он знает, что готов соревноваться с кем угодно. И, собственно, это сейчас и демонстрирует. Ну, понятно, что сейчас Шому Уна обыгрывает без каких-либо вопросов Юму Кагияму. Его разница относительно соотечественника 14 баллов, но до Чена пока не дотянулся. Потому что Чен это все-таки космонавт. И это как минимум бронзовый призер чемпионата мира. Посмотрите, как он радуется, радуемся вместе с ним. Но он заслуживает похвалы. Ой, классные эмоции. Ну а я напоминаю, что сборная России таким образом получает 3 места на